29 августа в нашей стране прошла ставшая уже традиционной ежегодная акция «Ночь кино». Сотни и тысячи любителей фильмов отправились в кинотеатры целыми семьями. Распахнул свои двери для них и кинотеатр «Искра». «Ночь кино» проходит в России уже 5-й год подряд. Организаторами акции выступают Министерство культуры России и Фонд кино. Все эти годы кинотеатр «Искра» принимал активное участие в акции. Мы показываем фильмы, чтобы интересно было и для детей, и для взрослых. Начинаем, естественно, самый первый показ у нас в 20 часов каждый год. И начинаем с мультфильма. Вход в кинотеатры в «Ночь кино» совершенно бесплатный. Это прекрасная возможность посмотреть как уже любимые фильмы, так и познакомиться с киноновинками. Приятно посидеть, посмотреть фильм, отдохнуть, провести свой досуг. Это вообще прекрасно придумали. Для молодежи самое хорошо – прийти не по улицам гулять везде, а прийти в кинотеатр, посмотреть кино с удовольствием. Репертуар для акции «Ночь кино» подбирает Министерство культуры России. В этом году в кинотеатре «Искра» зрители смогли увидеть мультфильм «Иван-царевич и серый волк 4», фильм «Холоп», а также новинку этого года – художественный фильм «Лед-2».